Так, это, видимо, из шахты. Где мы на лифте не могли выйти. Мы откачали сейчас ядовитый воздух. И теперь как туда вернуться? Ну вот он коридор. Через вот это что ли помещение вниз возвращаться уже читать. Где-то в потемках я не вижу, тут должен быть где-то лифт, по-моему, отсюда откуда пришел. The quick messaging device port tech has experienced a breakdown. Please send a tech crew to security office 0001. Вот же, почему на него ехать не могу?
Дверь заблокирована в связи с перехватом атмосферного контроля. Specimen transport. Вот по которой трубе они пытались спастись. Контейнер для транспортировки. Сквозь небольшое отверстие в стенках ящика сочетается смола. Регенерация конечностей. А здесь. Project Kitchen Knife. Нам нужен, наверное, проект нож. Прямая такая штуковина и заголовина. Обратно не крутится. Да прекратите. Да что, можно было только один раз сделать, что ли, Чезеро? Да. Херня какая-то. Так, это сбросило. А, господи, там нарисовано, я не вижу из-за солнца. Мне кажется, вверх-вниз, а не влево-вправо. Вот она, точка назначения, почему не задана?
Гоблин. Загогулина. Пропил тут ровно даже на руки. Совпадает. What? Oh, nothing, just reading out loud. This one was for hydroponics. А это должен быть для меня отсека. Medical bay. This is it. Понятно. Ванна, крестик и тонкая заглубина. Ордер Каллан, начальник снабжения. Через одну. Вот так, вот он, да, медотек. Это что, туда лезть? Блин. This is either brilliant or very, very stupid. I'm gonna say both. Ну, в принципе, контейнер вполне себе. Дырки надо было просверлить, я же задохнулся. У меня же есть дырки, надо было просверлить. Quantum devices are not permitted in specimen storage. Quarantine procedures initiated. Quantum storage device reset. Quantum. Okay, let's see what we can see. Definitely looks like the medical facilities. I think I'm on the right track. Yeah,
You're on the medical bay, level one. Your daughter is four decks below you. She's so close, John. So close. Учитывая, что на корабле творится. Четыре яруса не так уж и мало. Кровище. Strange. I'm not reading any PDTs in your area. They should remain active. Even on the de- Tell me, John. Why are you working with this? А ты тут кто вообще? Доктор Милан. She's been talking. А тебе это льстит? Хочешь об этом поговорить? I just want to find my family. Without a family, man alone in the world. Trembles with the cold. Я не дрожу. Я еще в космос выведу погулять. Покупайте комиссии. Ой-ой-ой. Пулемета. Джон, ты там? Я джампил из ком-системы. Что он сказал? Он включил пулемет. Он знал мое имя. Мог ли он помочь нам? John, this is happening because of him. He did all of this. This is all too much for me, dear. I'm just a school teacher. I can promise you that I want to find your family as much as you do. We're in this together. Вот пулеметы мне вообще не понравились. Never liked your color. Свисающий провод. Блин, столько непонятных возможностей. Ой-ой-ой. Канализа. Какая-то непонятная. 17 мая сегодня опять отключили электричество. Черт, думал, починили сеть, люди выглядят хуже обычного. У одного моего парнишки был припадок. Он трясся и царапал пол, будто отломки. Я поговорил с сестрами, вроде бы они нашли в организме какой-то наркотик. Он клялся, что ничего не принимал. Но трибунал все равно собирают. Шутка в том, что я ему верю. В последнее время все себя странно ведут. Что творится с моим прекрасным кораблем? Эта дрянь растет у малютки по всему хребту, как раковая опухоль. Закидываю письмами Малана, но он ни на одно не ответил. А ведь читает, я знаю, после каждого письма приходит болван из гидропоники за образцами. На днях припер к стенке его ассистентку, спросил, когда нам выдадут пайкена. Она мне глянула так, будто неделю не спала и говорит, скоро. Мы тут все не досыпаем. Пытаюсь радоваться каждому дню, но винтики у нас уже на износ крутятся, если вообще не сорвались. Я уже не за двигателем слежу в основном, а в драке ввязываюсь. Может взять ребят машинной отсекой и спалить чертям вот дрянь на корпусе? Только вот боюсь, что уже поздно. 20 декабря. Инженеров больше нет, надежды тоже. Когда удается убрать эту дрянь, она не остается ничего.
Я это диктую, сидя под главным терминалом безопасности. Не думаю, что меня тут услышат. Остальные, кто выжил, завились между переборками, но все боялись вылезти, пока не появились хоть... Не появилось хоть подобие защиты. Я им растолковал, что мы сдохнем либо с голода, либо нас съедят, так что они проголосовали подавляющим большинством, чтобы я пошел и привел помощь. Я вылез через технический туннель и запрограммировал терминал безопасности, распознав всех, кто с чипом, как врагов. Так хоть пушки будут на нашей стороне. Не уверен, что сработает, но я сделал, что мог. Не уловил я логики, почему у всех, кто с чипом, враг. Это ж весь экипаж корабля. Остался один, черт, я уже привык. Так и не нашел нужную девушку, все такое. Слышал крики, почти уверен, что это Лотис. Они, наверное, все уже мертвые. Но наверняка не скажу. Слышал, как эти монстры удирают с пола и стен панели, будто бумажные обои. Черт, а с два они меня так под полом найдут. А вы знали, что Гай Фокс спрыгнул с эшафота с петлей на шее? Они его хотели придушить слегка, а потом порвать на куски. А он обдурил палачей, сломал себе шею, прежде чем они его начали пытать. Вот и я так сделал. У меня тут пистолет. Осталась одна пуля. Мне больше ничего не надо. Персональные чипы. Всему персоналу, дорогие сотрудники, письмо адресовано всем, кто еще получает письмо по внутренней сети. Вы уже знаете, что эти существа используют персональный чип, чтобы проходить охраняемый заслон. Чтобы избежать этого, предлагаю, чтобы каждый из вас по графику явился под охраной к основной хирургической капсуле. Там у вас извлекут ПЧ, персональный чип. Затем мы перепрограммируем протоколы безопасности против носителей чипов. Не открывайте дверь, если не услышите пароль. Сегодня это эгида. Так, теперь ясно. Стряслось вот что. Неизвестная субстанция продолжает распространяться. Забила машинные порты ЗТ ПОК-Джи. Я перекинулся парой слов с инженерами тяги. Эта штука снижает эффективность и скорость двигателей. Короче говоря, корабль серьезно замедляется. Да откуда она массу для роста берет? Блин, фантастика, фантастика. Ну, это больной сон. Ускоряется только рост этой плесени. Откуда она взялась, пока не знаем. Сужаем круг поиска. Ситуация кризисная. Используйте любое средство, чтобы счистить плесень с неподвижных деталей ведущих дисков. Только кожух старайтесь не повредить. Удачи, ребята. Удача отвернулась. Нет, или закончились патроны? Нет питания, у этой есть. То есть одна работает. Да или нет? Как ее вот I think that will just break it. Пальнуть.
That's just crazy. Although... Как crazy? А вдруг мы улезем, и она заработает? Фу, блин, хотел сказать, лезет тут. Стеклянная дверь. These don't go well together. Ещё как стыкуется. It doesn't work like that. Probably not a good idea. I think that'll just break it. Ну иди руками за провод возьмись. Please
That's just crazy. Although... Ну, банку примотать, мотать ей, пока не среагирует турель. I don't think that'll work. На турели там было написано «Замените провода». Где? Coming up. Shit, John! The security systems in medical are inaccessible. It's like they've been locally reset. I can't access anything. I'll think of something. I don't think this will fit. У нас из вариантов тут ничего. С собой бери. Такая вещь, хозяйство пригодится. Warning. This area is off limits to all active PDT users. Please see your supervisor for further instructions. That makes no sense. All PDTs. That's everyone. They must have changed security settings. Stop anyone from heading down below. Or coming up. Капец, тут пушки покосили. И те, кто пытался к ним дойти. Спускался, не знал, что система перенастроена. И вот этих животных вновь образованных. Эрика боксер. Гребаный сукин сын, поверить не могу. Но какой мужик бросит девушку в годовщину их встречи? Даника бедняжка в истерике. Пришлось поменяться сменами из-за этого подонка. Спасибо, Сэдди помогла. Она отличная подруга. Мы в медучилище вообще не расставались, пока она на биологию пошла.
не пошла. Среди вообще больше по науке спец, чем по уходу за больными. Ну ладно. Бюджет увеличили, не знаю, к добру или к худу. У нас большое оборудование, оставить мне куда. Был бы грумлик из модульных кораблей, был бы шанс расшириться. Куда его ставить, Никола? Тут ходить-то страшно, блин, агорафобия одолевает огромное пространство. Регенерирующие баки работают отлично, только спрос на них вырос, а значит, у нас летят реагенты для диссоциации регенерационной жидкости. Кстати, жидкость – это новая штука, задела доктора Малона. Старая технически не отличается, но молекулярный состав явно другой. А вот откуда пошла вот эта зараза. Он воду добавлял в эти фильтры в жидкости. Регенерации эффективнее в четверо, но непредсказуемо совершенно. Я даже попросил доктора Харли, чтобы она нам старую версию заказала. Он заказал два раза, почему нас игнорируют. В столовой сегодня была жуткая свара, все ребята потели и выглядели так, как сильного передоза. Орали, обзывали друг друга как ненормальные. Сдается дело в новых подставках. С тех пор, как нам выдали новую регенерационную жидкость, все пошло кувырком. Диета, лекарства, образцы, что угодно. Сади тоже говорит, что кто-то там порылся. Как-то прям страшно при мысли, что мы несколько месяцев едим испорченную еду. Попрошу у знакомого проанализировать пару образцов, пока лучше буду запираться на ночь. Уже не знаешь, куда верить. Сади тоже на меня странно посматривает. Может, стоит сменить замок. Мне теперь все равно, плевать. Мне нужно найти Данику, точка. Она возле ангаров еще с двумя. А мы застряли в медотсеке. У нас тут два ружья, забрали у Малона и Перда. Лазерный скальпель. Чтоб к ангарам добраться, хватит. Сади меня отговаривает. Придумывает предлоги не ходить. Достала уже. Она что, забыла, где мы? Грумлайк, это теперь грубые джунгли с людоедами, а Даника самый чаще. Мне плевать. Пойдут они со мной или нет, мне нужна моя сестра, мне надо знать, как там Даника. Я ее слышала по радио пару дней назад, так что я знаю, она жива, просто прячется. Она всегда лучше меня играла в прятки, ее часами найти не могли. Мама как-то раз уже поисковый отряд собрала, она сидела в огороде на грядке, где папа сыну сажает. Сэнди становится проблемой, если она со мной не хочет, то придется ее силой заставить. Электронная почта. Отчет по обогащенной пище. Сначала у меня была иллюзия, что ваш запрос просто паранойя, но анализ ваших образцов, честно говоря, результаты меня пугают. В целом я согласен с вашей гипотезой о случайном испорченных образцах, но боюсь, что дело серьезнее, чем простая небрежность. Видите ли, если испорчены подобные образцы, то речь идет не об отдельных случаях, а о всей партии. Например, грибок распространяется по всем продуктам, но ваши образцы потрясающим образом различаются. Часть, видимо, растет именно ради качеств, которые они демонстрируют. Вы знали, что образец брассика был обогащен генетически измененной формой PCP? Я проверил, сохранил часть лабораторной крысы. Бедняжка впала в ярость, забилась в судорогах и сдохла. Это DV85, препарат, который во время евгенических войн использовали, чтобы усилить способность так называемых удаленных наблюдателей. Это не результат случайной реакции, это работа профессионала. Сильнее всего меня тревожит различие между образцами. Складывается впечатление, что препараты намеренно распространялись среди персонала и пациентов. Не знаю, какой безумец пошел бы на такое, тем более на космическом корабле дальнего полета, но я отправлю образцы в министерство для дальнейшего расследования. От себя лично добавлю, берегите себя, Эрика, вы были моей лучшей ученицей, я польщен, что вы решились мне довериться. Прошу прощения, что ответ занял столько времени, будьте осторожны. С уважением и симпатией, Люк.
Запоздал. Ответ. Тут уже все. Закончилось. You could say that. I'm not sure how many people I'm looking at, but it's like something from a eugenics war painting. Try to push through, John. A few decks below, one step at a time. Дневник Сэнди. Столовая была жуткая свара, мы читали. Эрика спятила. А теперь так будет, что сама скоро спячу. Она потащила в этот безумный... Потащила нас в этот безумный вход. Поход искать Даника. Я пыталась ей сказать, что вчера утром увидела тварь с лицом Даники, но до сих пор тошнит. Похоже на спущенный шарик. Удрала по стене. Энграсия, кажется, ее пристрелила. Точно не знаю. Он психиатр, в конце концов. Он солдат. А с другой стороны, много среди нас солдат-то. Эрика, видимо, принимает нас за корпус морпехов, размахивает винтовкой, корчит зверские рожи, грозит убить всех, кто с нею не согласен. Я ей говорю: Эрика, ты же медсестра. Господи, я перестаю узнавать. Сегодня утром Эрика погибла, моей подруги больше нет. Одно из этих жутких созданий вырвало и позвоночник прямо у меня на глазах. Чувствую, я одна из последних выживших. Сегодня проверила лабораторию гидропоники, руины. Я могла бы им сказать, да кто угодно мог бы, что выращивать новый грибок, чтобы убить старый, это путь к катастрофе. Им все нипочем. Я пыталась счистить их лазерным скальпелем, что было Эрика бесполезно, полный ноль. То, что эта дрянь не убивает, делает ее сильнее. Позже надо вернуться за останками Эрики. Она была сумасшедшей. Она была моей подругой, я ее люблю. Персональные чипы помогают, и все получили. В том, что чипы надо изъять. Это написала этому малому, который все заварил. Уважаемый доктор Малон, пожалуйста, простите, что пишу вам напрямую на лечение этой секретной информации. Тревога, красный код. Я изучил образцы помимо 99 DEF. Выяснилось, что большая часть запасов на складе злонамеренно испорчена. Если бы ты знала, кому ты пишешь. Есть признаки того, что саботаж начался довольно давно. Часть материалов просто испорчена. Большое количество, похоже, было нелегально модифицировано. Я бы рекомендовала совместное расследование. Боксер Сэнди. Родная, я тебя люблю. Но то, что ты совсем рехнулась, у этих образцов ограниченный доступ. А что, если доктор Малон выяснит, кто их выносил со склада? Ты же не только работу потеряешь. Я сделаю, что скажешь, но только потому, что раньше ты ни разу не ошиблась. Смотри, чтобы в этот раз все так и было. Целую. Надо будем дальше обходить. Просто кровище везде. Serotonergic receptors are present in your principal vascular system.
profanity, derogatory comments, or other intimidating actions directed at Kane security employees will not be tolerated. Шурубная капсула. И чё это так? This should be useful. I don't think this will fit. Будем вам дальше искать. Я понял, получается. Но это просто мрак. Я даже не вижу, с какого края экрана я появляюсь. Systems were reset and medical. Oh, the bodies. The bodies in the crew quarters. They were skinned. The creatures were using the PDTs to move through secure areas. They must have realized what was going on. So for me to get to the lower decks? You have to remove your tag. Remove? Perhaps electric shock. No, that wouldn't work. John? This is the only surefire way. What are you saying? The surgery pod should already be programmed to remove it. Хирургическая капсула. It worked out so well for this poor woman. It's the only way, unless you space jump between decks. This is surgery. John, prep the pod. Anesthesia. The pod is not properly prepared for the selected program. Шарудный баллон. The MedTech surgical pot is not properly prepared for the selected program. Так, приемник органики. В каком смысле? I think that would break. Так, криокапсулу я забрал, это ее надо зарядить, что ли? Что? У нас приличное заведение. Исайя Аль-Рачкупар. Новый год для главного хирурга. Боже право, бюджет увеличен на 300%. Я хирург и видел немало страшного на кровавых бойнях войн Пангеи. Должен был уже давно привыкнуть, но я не понимаю. Но не припомню, чтобы давал согласие на использование в экспериментах детей. По запросу старшей медсестры проверили стазис капсулы и обнаружили несколько детей, ожидающих обработки. Некоторым было не больше 9 детей, и пришел в ужас и потребовал объяснения доктора Малого. Эдварду Дженнеру приходилось проверять его цену на детях, чтобы проверить, работает ли она, ответил он. Я знал эту историю, только врач ее не знает. Дженнер вел зараженный гнойный экскудат в руку ребенку, что могло рассматриваться как вопиющее пренебрежение его жизни, но мальчик был спасен. Так я был предубежден. Мы передний край науки, мы не можем не рисковать. Этические выборы порой трудны, но логика доктора вполне здрава. Наши исследования слишком ценны, чтобы дать морали встать у нас на пути. Конечно.
Боюсь, что с решением стать хирургом в корпорации Кейн все не так просто, как мне казалось. Ко мне в лабораторию поступили первые жертвы распространяющейся инфекции. Изолированная операционная есть только тут. Впервые за много лет я снова оперировал сам. Ток крови, разрез зараженной ткани специальным инструментом, допустить меня, Господь, я наслаждался. Невозможно описать этот прилив адреналина, это ощущение всемогущества, когда в твоих руках жизни умирающих. Я чувствовал тоже на войне. Похоже, меня привлекает не красота и радость рождения, а тошнотворность смерти. Я думал, что пришел. Корпорацию Кейн, чтобы спасти свою душу, но на самом деле я хотел утолить зверя, живущего во мне. Зверя, пускающего слюни от запаха крови, мне стыдно. 20 декабря, когда каша уже через край. Как я мог этого не замечать, эти мерзительные формы жизни притворяются нами. Они крадут нашу кожу и наши чипы, и охранная система их не обнаруживает. Не знаю, откуда появились эти твари, это пугало бы меньше, но они учатся, эти отродья. Отродье, это слово, пожалуй, собрало в себе все, что мы создали в гордыне своей. Мы создали зло. Господи, помоги нам. Почта. Аналитика. Доктор Мал модифицировал инструкцию отбора испытуемых для проекта «Семя». Точнее, требования относительно испытуемых женского пола с беременностью в анамнезе. В идеале желателен скрининг, но их источник не так важен. Поскольку проект показал 99,89% шанс выживания испытуемых, до эксперимента годится весь персонал. Вот идеальные характеристики. Группа крови. Отрицательная. Нулевая отрицательная, рост 170-180 см. Отсутствие любых генетических отклонений. Испытуемые должны недавно перенести беременность. Желательно не больше года назад. Мы нередко расходились во мнениях, но никогда настолько. Я в курсе, что мисс Каллистер не работает в хирургии, и что старшая сестра боксер выше рангом, однако у Каллистер потрясающий ум, она самый организованный человек, с кем мне приходилось работать. Склады продукции сияют чистотой и тщательно проиндексированы. Это заставляет меня возразить вашему требованию о смещении ее с должности для ложных докладов. Об аномальных продуктах. Да, доктор начал мстить Сэдди, которая вскрыла, что продукты модифицированные. Так, что у нас тут? Пустой жидкостный стазис контейнер, персональный чип. Почему не заряжен пистолет? А, действительно не заряжен. У него же был один патрон, он снял. The womb, oh never again. It crawled through the night and then they crafted their eyes and tore through my skin. Oh never ever, never again. They came for our mothers and then for our kin, scratching the earth and eating the sin, changing God's work, a seed to begin. We burn them with fire and kill them with men. Let us remember, never again. Корабль и так был помойка, сейчас еще крылища. Обнаружен персональный чип Джон Марч.
персональный чип. Ага, нас не распознали, а мы вот так сейчас вам. It doesn't work like that. Да нет, это и не. Лизбит солнце. Сливай, что мы включим? Так, что там еще надо было сделать? Так, может быть, защитное поле и там отключено? We are at the cusp of greatness. In the words of Henry Kane himself, humanity has chosen us to do its good work, and together we will not let them down. Шевели булками. Да, отключили.